образец оконной конструкции серии Alumark S70. Alumark S70 – серия алюминиевых профилей с терморазрывными вставками, предназначенная для изготовления оконных и дверных конструкций для наружного контура остекления здания. Терморазрывные вставки выполнены из полиамида с использованием стекловолокон и имеют ширину 34 мм, что позволяет отнести профили этой серии в группе равных профилей 1.0. Монтажная глубина рамного профиля оконной конструкции 70 мм. Монтажная глубина створочного профиля оконной конструкции 80 мм. Сопряжение створки и рамы организуется с использованием двух уплотнительных контуров. Это внутренний контур уплотнения и центральный контур уплотнения. Используются объемные уплотнители, что позволяет сделать сочленение профилей воздуха и водонепроницаемым. Профили оснащены фурнитурным пазом FA02, позволяющим устанавливать различные виды фурнитуры. Сборка углов конструкции может осуществляться двумя способами. Либо с использованием углообжимного станка, либо посредством штифтования. Для выравнивания лицевых поверхностей конструкции предусмотрены выравнивающие уголки, в которые устанавливаются специальные пазы алюминиевых профилей уже после сборки соединения и имеют возможность многократного использования. Для удобства изготовления конструкций в системе предусмотрены шаблоны и цуваги для обработки профилей,